Сегодня начался капитальный ремонт теплотрассы на улице Большевистской в районе Набережной и парка «Городское начало». Из-за этого выход на улицу Большевистскую со стороны Фабричной и Подромской сузился до двух полос. Водители почувствовали это еще утром. По дороге на работу сильно замедлилось движение на Большевистской в сторону Южной площади. Вечером многие стали искать пути обхода этого участка дороги, но пробка все же оказалась больше, чем обычно. Ремонт теплотрассы здесь продлится до 28 августа. Каждый день езжу. Сегодня гораздо дольше пробки. Постоянно с работы каждый день. Естественно, почувствовал. Ну, я не знаю, ну легче не стало от этого, это точно. Бутылочное горлышко и все. Ну ничего потерпим, лишь бы сделали вовремя. Я вообще очень разочарована, потому что еженедельные пробки ужасные, невыносимые. Приходится задерживаться на работе допоздна. Сейчас, наверное, ночевать на работе придется.